Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот слитки тапочки одним полотном без сшивания на двух спицах. Спицы у меня 2 мм, пряжа у меня 440 метров, 100 грамм, довольно тонкая. Для начала я набираю, начинаем вот с этой вот части. Набираю 15 петель. И вяжу лицевыми петлями. Вот она, вот эта часть. Вяжем лицевыми петлями 11 рядов. Вот они у меня. Почему 11? Потому что первый ряд обычно, видите, выглядит некрасиво. И на лицевую сторону лучше оставлять вот его как бы с этой стороны. На мой взгляд, оно симпатичнее смотрится. И теперь мы разделяем все петли вот на вот этот вот узор. Каким образом? Снимаем первую кромочную. Вяжем 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид. И здесь у меня осталось 5 лицевых и кромочная. Точно так же, как здесь. Изнаночный ряд. Вот эти 5 и 5 мы провязываем лицевыми. Они у нас будут здесь, вот эти полоски, платочной гладью. 1, 2, 3, 4, 5. Накид провязываем изнаночной, 3 петли изнаночной и еще один накид изнаночной, то есть 5 изнаночных петель у меня здесь и 5 лицевых, 5 лицевых, 5 изнаночных, 5 лицевых и 2 кромочные. Далее следующий ряд. Эти 5 платочной вязкой, 5 петель провязываем лицевыми. Делаем накид, 5 лицевых, накид и 5 лицевых. Изнаночный ряд, 5 лицевых. Кромочную я не озвучиваю, она автоматически здесь есть. Теперь накид провязываем лицевой, потому что здесь у меня будет, вот видите, такая полосочка из двух изнаночных. Потом 5 изнаночных, накид лицевой и 5 лицевых. Следующий ряд. Что у нас остается неизменным, так это вот эти 5 петель платочной вязки и 6 кромочная. 5 лицевых. Накид, теперь вот это вот изнаночная первая у меня здесь. И теперь вяжем вот эту косу. Косу вяжем таким вот образом. Провязываем 2 вместе. Накид, лицевая, накид, 2 вместе. Она не коса, она такой ажурный узорчик. 1 изнаночная, накид и 5 лицевых. Кромочная. Изнаночный ряд, 5 лицевых. Снова накид провязываем лицевой, вот у нас уже 2 лицевые, да, это и есть наша полоса в лицевом ряду изнаночных петель. Узор провязываем 5 изнаночных, 2 лицевые и 5 лицевых платочной глади. Далее, следующий ряд. Теперь накид, 2 изнаночные. Узор здесь просто провязываем 5 лицевыми, потом узор делаем через раз, через один лицевой ряд, то есть через 3 ряда, по сути, если считать изнаночные, 2 изнаночные, накид, 5 лицевых. Вот, теперь уже наши накиды будем провязывать в лицевую гладь. 5 лицевых, изнаночный ряд, и накид провязываем изнаночной, в изнаночном ряду он изнаночная петля, в лицевом ряду он лицевая петля. 2 лицевые, 5 изнаночных, 2 лицевые, накид изнаночной и 5 лицевых до конца ряда. Кромочная, изнаночная. Все, девчонки, далее мы продолжаем. Единственное, что у нас добавляются вот эти петли в лицевой глади. Продолжаем добавлять накиды после платочной глади. Платочная гладь не изменяется. Здесь 5 лицевых, накид
лицевая. Вот будут добавляться у нас здесь петли лицевой глади. Вот они, видите? Две изнаночные остаются, вот они идут до самого конца. И вот этот узор из 5 петель. Снова мы его делаем 2 вместе. Накид, лицевая, накид, 2 вместе. Вот. Таким вот образом. И продолжаем, девчонки, вязать, добавляя эти петли и переводя их в лицевую гладь. Всего я добавила здесь с каждой стороны по 22 петли. Измерим, сколько у меня эта деталь в длину. 12 сантиметров. И в ширину около 20, да, приблизительно, видите. Далее мы будем делать вот этот клинышек вывязывать. Для этого нам нужно определить центральные 13 петель. Это у нас центральные 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть вот здесь вот у нас будет центр. Вот 2 лицевые и здесь 2 лицевые. Вот исходя из этого мы вяжем. Здесь вяжем, уже переходим на лицевые петли, уже не добавляем. Так, вот они мои. Видите, начинаем. Здесь можете считать, можете не считать. 1, 2, тоже лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И как в пятке 13 и одну петлю с этой части провязываем вместе. То есть мы вяжем центральные 13 петель и сокращаем петли боковых частей. Как все, как в пятке. Пока у нас здесь не останется, пока мы не сократим все петли этих боковых частей. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 и 13 и 14 провязываем вместе. Поворачиваем работу. И то же самое. 12, 13 и отсюда 14 провязываем вместе. Продолжаем. Так, вот смотрите. Закрылись у меня все вот эти петли. Осталось только центральных 13. И сейчас нам нужно добрать эти петли. Вот видите, вот. Вот эти боковые части. Для этого вот по вот этим местам нам нужно добрать петли. Нитку можете обрезать либо сделать так, как сделаю сейчас я. Вот так вот перемещаем ее, натягиваем, чтобы было у нас свободное как бы натяжение, и набираем петли. Смотрите, 1, 2, 3, 4. С четвертой петли, то есть вот этот язычок мы оставляем. Тут, конечно, лучше всего было бы крючком набирать. Так, и набираем из каждой кромочной по одной петле лицевыми петлями. При этом нить один раз мы поднимаем, один раз опускаем, чтобы она была у нас как бы ввязана там. Всего я набрала здесь 25 петель. У меня получилось. Вяжу, провязываю 13 петель лицевыми. И теперь набираю еще по этой стороне 25 петель. Так, вот, вот таким вот образом у нас эти петли теперь есть. Вот, и теперь мы распределим узор. И будем вязать ровное полотно. Вот оно. Узор у нас, опять же, у нас 5 петель платочной глади. Точно так же, как и здесь. 1 изнаночная, 5 петель узора, 2 изнаночные. А далее лицевая гладь. И с другой стороны точно так же. Распределяем петли. Сейчас у нас изнаночный ряд. Кромочная петля. 5 лицевых.
еще одна лицевая, которая у нас будет потом изнаночной. 5 изнаночных. Две лицевые. И считаем петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 14 петель всего у нас ушло на этот узор. Далее вяжем изнаночными петлями, пока у нас не останется на спице 14 петель, чтобы выполнить второй раппорт узора. Здесь кому сложно, можете и лицевой гладью все произвести, сделать кантик платочный или без вот этого узора. Так, раз, два, три, четыре, ой, пять, раз, два, три, четыре. Заговорилась я. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, узор. Снова второй раппорт. Две лицевые, 5 изнаночных. Одна лицевая полосы и 5 лицевых платочной вязки. 3, 4, 5 и кромочная петля. Все, далее вяжем по узору, выполняя наш вот этот ажурный узорчик, ажурную косичку. Так, кромочная, 5 лицевых. 5. Это наша платочная вязка. Далее 1 изнаночная, это полосочка. Вот видите, косички. Теперь косичка. 2 вместе. Накид, лицевая, накид, 2 вместе. Далее мы ее продолжаем вязать. 2 изнаночные. И далее все петли лицевые. Ну и, соответственно, в конце опять же вот этот раппорт. Вот он. Видите, продолжаем вязание. Здесь лицевая гладь по бокам. Так, смотрите, девчульки. Провязала я 12 сантиметров. Вот здесь вот у меня провязано. С начала вязания у меня сейчас, если померить, 21 сантиметр. Носок у меня, следок у меня где-то на 30, на размер 37-38. Если нужно меньше, то корректируем в этом секторе. Вяжем, допустим, 10 сантиметров. Если больше, то вяжем вот, не 12, а там 13 или 14. Ну, соответственно, меряйте уже на свою ногу. Вот если вы одеваете и хорошо, видите, хорошенько одеваете, у вас должно остаться вот тут место, вот здесь вот, как бы на вот этот клинышек. Вот так вот меряете, вот так вот также у вас должно быть на ноге, то есть больше, меньше регулируйте в этом месте. Далее мы вяжем опять по принципу пятки, точно так же, как здесь, только здесь мы будем вязать средние 11 петель. Вяжем до половины. Двадцать шесть петель я провязала от начала. Так, 26 петель. Средний вяжем, средний 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. И вот она, 11-я. Мы ее сейчас будем провязывать с 12-й. И здесь вот у нас тоже 26 петель. Вяжем, продолжаем вязать вот эти 11 петель с изнанки. Если в первой половине вязания мы провязывали 13-14, то здесь мы провязываем 11-12 вместе. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. И так далее. Продолжаем вязание таким вот образом. Так, смотрите, мои хорошие, видите, я уже довязала до вот этой платочной глади. У меня здесь осталось 7 петель. Ну, платочная гладь, еще та одна петля. А здесь последний ряд, как бы, здесь еще 8. И уже отсюда я начинаю вязать лицевыми петлями. То есть платочной вязкой, чтобы у нас эти
структуры соединились. И еще один момент, начиная с этого места, но уже с лицевого ряда. Так, мы вяжем лицевыми петлями, но что мы делаем? Мы будем сокращать еще и с этой части петли. То есть в конце мы вяжем 10, 11 и 12, 3 петли вместе. Поворачиваем. Теперь уже здесь не будет 10, 11, просто смотрите, оно будет уменьшаться. Здесь смотрите, вот 2 петли осталось, эти 2 петли, и одну петлю забираем с боковых секторов. И так далее. Так, смотрите, теперь остаются у меня по 3 петли, и в центре тоже остается 3 петли. То есть вяжем до того момента, когда центральных у нас не останется 3 петли. И далее вяжем 3 петли эти и забираем по одной с боковушек. Вот видите, и последний ряд изнаночный, уже петли будем закрывать. Раз. И теперь 3 вместе. Теперь крючком проденем эту оставшуюся нить. И вот эту вот тоже мы продеваем. Все, мои хорошие. Вот он наш следок очередной. Можно, естественно, нашить стельку войлочную, можно кожаную и будут тапочки. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.